Здравствуйте, Александр. Это видео про ваши объективы. Так, первый объектив TAIR 11A с предустановкой диафрагмы. И переходником с одуванчиком Овощникова. Очень аккуратно вставляйте и вынимайте объектив камеры из камеры, чтобы не сломать одуванчик. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагмы от 2,8 до 22. Комфортный алгоритм по работе с объективом я вам пришлю на почту или в мессенджер. Смотрите, совмещаем красную точку на переходнике и средний контакт одуванчика с белой точкой на камере, чуть-чуть прижимаем внутрь, против часовой стрелки поворачиваем до защелкивания. Таким же образом вынимаем. Передняя и задняя крышка, родной кожаный чехол и три фильтра в комплекте. Второй объектив Гелиос 44-2 переделаны под камеры Nikon, тоже с установленным одуванчиком Овощникова. Также аккуратненько вставляем в камеру. Диафрагма запрограммирована от 2 до 16. И фокусное расстояние 58 мм. По умолчанию в одуванчиках включен режим фокус трэп, то есть ловушка фокуса. Пока нет фокусировки, снимок сделать в режиме IFS не получится. Здесь тоже объективчик в очень хорошем состоянии, все диафрагмы предустанавливаются. Передняя и задняя крышечка. И сейчас я упакую ваши объективы и завтра отправлю к вам в Америку. Спасибо за внимание.